Слова благодарности в адрес тех, кто ценой своей жизни стал на защиту Родины и подарил нынешнему поколению мирное небо над головой, звучат ежегодно. В преддверии 23 февраля и 9 мая в честь ветеранов проводятся различные торжественные мероприятия. В этом году чествовать защитников Отечества начали с 1 мая, и сегодня для них одним из подарков ко Дню Победы стали праздничный стол и концерт творческих коллективов города. В репертуаре песни военных лет. На праздник были приглашены около сотни ветеранов, среди которых и сын полка Николай Степанович Пахноцкий. Поэт и певец по призванию живет на курорте 75-го года. За это время, говорит ветеран, Сочи одержал свою победу, стал краше и уютнее. Очень здорово он вырос, стал прекраснее, удобнее и очень много сделано нашим мэром Пахомовым. Часть улучшения удобств для жителей города Сочи. 69-летие со Дня Победы сочинцы отпразднуют традиционным парадом и возложением венков на мемориальной площади. В мероприятиях празднования этой Великой Победы примут участие все поколения, от мала до велика. И мы знаем патриотизм сочинцев, знаем, что после того, как завершаются как бы все официальные мероприятия возложением венков у мемориала, наши жители продолжают идти к вечному огню, ложить цветы, идти прям с семьями, с детьми, с внуками. Это очень замечательно. Поэтому уверен в том, что празднование Великой Победы пройдут на самом высоком уровне. Кстати, в этом году впервые праздничные мероприятия откроет акция «Бессмертный полк». Дети с фотографиями своих дедов и прадедов пройдут по центральной улице курорта до мемориала павшим воинам. Начало шествия в 8 часов утра от главпочтамта. Все подробности на сайте moypolk.ru. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.